Сегодня у нас 21 июня 2018 года, утро. Вот наша делегация. Да, наша делегация во главе с нашими детишками. Вот. Отправляемся. У нас наш люс называется между первым и вторым мостиком. Против комариной сетки. Ну что, комары летуют. Вот они летают. Тут очень много их. Рыжие, здоровые такие. Так, Прося, ниже делай. Ниже. Так, толкай. Нет, так ты почему ослабленная веревка у тебя? Ты должен натяжку всегда держать. Им надо еще фоточки фиксировать. Правый, левый, правый. Чуть-чуть тоже подталкивай, чтобы легче. Они торопятся на работу. С самого утра. Да-да. Так, береги гусь, а то затопчет тебя. Видишь, ходишь в развалку тут. Коля, разбери, сюда. Вот так удобнее. Вы сделайте, стой, Прося, стой. Равномерно натяните веревку. Ниже опускай. Нестор, стой. Ой. Так, еще. Еще дай чуть-чуть. Зато... Давай, натягивай. Натягивай пулю. Ну-ка, Нестор, натягивай. Натягивай веревку-то свою. Натягивай. Что она там зацепилась? Поправь ее, поправь на себе. Все, вперед. Валы наши. Я быстро иду, что я не успеваю, даже ногами перебирай. Это ты какой? Ой, да. Прося, держи телегу, что уроните. Ну, видимо, сместилось немножко назад. Да, вы устанете. Равномерно идите, но не это немедленно. А то уже все запыхали. Нет, Паша, я не разговор. Так, помчали. Так, натяжку, Полина, всегда держи небольшую. Они меня не могут покупить. Чтобы... Я толстый. Видишь, у нас груз весь назад сместился. Видишь, эти как короткие все. Ну, а видишь. Давит и давит на низ. Может тебе тут сбоку лучше помогать как-то? Конечно. Ну, легче будет. О, коровок выгоняет уже на пастбище. Пятница.
Такие коровы удивленные. Доброе утро. Местом натягивайте, чтобы Фрося одна-то не тащила. Не понесло, да. Видимо, пауты заели. Я вот очень серьезно. Нет! Я тоже устала. Тихо, тихо. Не надо бежать. Зачем бежать? Почему вы бьете? Комариков отогнал от вас всего лишь. Нет, это не призыв, чтобы ты бежал, просто комариков бью. А, ну, нет, тогда все нормально. Ой, чтоб волны прыщавые не ходили. О. Не вернулась. Ну, удобно, конечно, когда тебе плечи тянет. Ну, а что сделать? Когда тебе уши кусают. А что, тебе уши кусают? Ага. А как они туда попали к тебе? Комарики, комарики. Вон там. Да, иначе он встречает нас. Есть. Тоже с камерой. У Гены их вообще нету. Они есть, просто они маленькие. Беда, дядя Вова, пустою. Из москитной сетки такая. Все приятненько. Примативнышка, пипеточка. Твои шапочки. Снимает нас. Нестор, ты ослабил веревку. Я ослабил, потому что она ослабила. А она ослабила. У меня натянутая. У нее натянутая сюда. Не бреши давай. Да ладно. Колюшка. Большая колюшка. Конница. А ты нет, типа. Конница, состоящая из трех коней. Логика. Вообще-то ты тоже в таком же положении, как и я. Да. Давайте. Вот так. Смотри, как они все сделали. Оля, у тебя жопа. Тебя тоже. Так, хватит. Вы сам за собой смотрите. Друг за другом. Это военный пруд. Там до Миши все. Ниже держи только, телец. Ниже. Вот, продолжаем. Подходим к первому мостику.
Вы лучше в ногу идите. Раз, три, раз, 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 два, три. Правой, правой. Мы же правая, а не левая. Мы правая. Партия. Аккуратно, не тяните, мы все Прося, помогай. Тележку держи. Будем удерживать, слышишь? Удерживаем тележку. Сильно не тяните, наоборот. На сцепление нажимайте. Притормаживайте. Иначе разгонитесь, вас потом не задержать будет. Ну все, Игнать, вон он стоит на столбушке. На ограждении, вернее. Дожидается нас. Все, там, стоп машины, стоп. Все, Марин, давай поменяемся. Держи видеокамеру, только перчатки снимай. Дикие рисы, дикие рисы. Это дикие рисы? Ну, я всегда считала, что это дикие рисы. А на самом деле это что? В этом году обильно вообще трава густая, хорошая, зеленая. А тут раньше такая пожухла все время была. Потому что много воды было в этом году. Да, так зеленая-зеленая, как будто искусственная. Да, вот. В этом году переизобильно. Сделать у нас седоты свои. Ну и, конечно, комаров больше. Ну, комаров жизнь была бы скучная. Здесь проходит испытание веры. То есть на прочность свою веру. А комары смиряют. Что ты с ними не делай, все равно их меньше не становится. Колокольчики. Ваши ведра, да, как колокольчики у вороных. А твое где ведро? Мое в росте. Два ведра. Так ты приехали? Да, вон где велосипед лежит, уже приехали. Я не знаю, это нет. Я просто читал в биологии, что папоротник лежит вот там, где есть деревья. Лесу. Вплотную подъезжайте. Остановись. Я сейчас спрошу. Пока остановитесь так. Ты для чего веревку надел? Объясняй. Ну я тебя в таком положении болтается. Ты что, обнаглел совсем? Ну почему ты их не напрягаешь, не натянешь? Бурлаки на Волге все одинаково тянут. Лукавый какой пацан. Ты таким не был. А это вообще ничего не знает. Под ногами веревка, Володя путается. Ну ты ее в руки возьми хоть как. Он переходит под водой, то упадет и разобьется. Идет никаких. Какое племя, интересно. Совершенно не рассуждают. Сейчас клади все на место. Беги он до той трассы, обратно бегом. Какой? Докой. Вон там, где дорога.
Зачем ты нужен такой работяга? Идет веревочка, болтается, дядя Володя один везет. Ну что стоишь, ну губу-то подбери. Подбери. Беги туда дальше, вон там, видать, дорога настоящая. И обратно где не останавливайся. Сними с себя эту сетку-то, она не нужна тебе. Лукавый какой, губы отвесилые. Идет Володя, и хоть бы один это подумал. Я считаю, свезут. Лошади везут, коренная называется, и престижная. Идет вообще никак. Поэтому учить не надо, это совесть. В таком виде, если совести нет, получается прокуроры, которых в упор расстреливают уже мафиози и простые граждане. Нельзя так жить. Быстро снимайте. Ну не дергай платье-то, никуда комары не денутся. Иди помогай быстрее снимать. Чего стоишь-то? Привыкли.